И вот я снова вернулся на то же самое место. Что это такое за штуковина, интересно? Ага. Измеритель типа давления. Давайте его поставим на место. То есть такой предмет интерьера, который, может быть, в дальнейшем куда-нибудь разместим. Пока не вижу в этом смысла. О, еще какие-то бочки. Интересно, что это за бочки? Ага, понятно. То есть, если захотим делать, что называется, эпическую канализацию, то это вот, пожалуйста. Здесь можно подобрать всякого разного. Так, здесь она... Да. Бочка с токсичными отходами. Ай-яй-яй. Хо-хо-хо. Так. Быстро. Плохое место, плохое. Опять меня атакует фекалоид. Так, опасно тут. Да что ж ты будешь делать? Повторил свой подвиг с падением. Так, давайте-ка сделаем так, для собственной же безопасности в дальнейшем. Я зачистил всю канализацию, да? Потому что это уже не вижу нигде более новых объектов. Ну и по сути дела получается, здесь-то это ничего толком не набрал, кроме как можно было бы набрать такие предметы интерьера. А так больше-то делать-то и нечего. Получается, как-то не печально. Ну что ж, будем знать, во всяком случае, где, если что, например, делать нужно будет канализационное оборудование. Вот, пожалуйста, здесь все это можно дело приобрести, врать. Все прекрасно снимается, используется по назначению и не очень. Единственное, что я здесь заберу, наверное, однозначно, мне очень понравилась эта штука. Я заберу вот на входе стоящий нужник. Он мне очень почему-то нравится. Не знаю, вот какой-то такой прям эпично красивый. Во всяком случае, атмосферный. Самое то для планеты, которая будет у меня под мой первичный дом и фермерской. Фермерское угодье, этот нужник просто прекрасно подходит. Ну и таким образом мы все-таки выяснили, да, ребят, что наша планета все-таки круглая. Вот как это ни странно, планета здесь действительно круглая и никак иначе. Даже не знаю, куда его поставить, так чтобы она... Где-то такого в середочке бы так воткнуть. Давайте-ка, наверное, недозревшие уберем все-таки немножко. Ну, очень хочется эту штуку сюда воткнуть. Она красиво, эпично. Ну, как это без нужника? Во, во. А теперь вообще шикарно. Ну что ж, фермерскую планету мы, что называется, исследовали в полной мере. То есть больше тут мы уже вообще ничего нового для себя не найдем. И в завершении серии я бы сделал бы, наверное, следующее. Мне хочется все-таки, хотя красиво, не знаю даже. Даже не знаю, буду ли я вообще заморачиваться с этим или нет. Так, наковальня. Вот наковальня как самое ценное, самое дорогое. Наверное, мы заберем ее с собой. Да и печку, наверное, тоже. Планета непромышленная. В
поэтому смысла здесь держать такие вещи я особо не вижу. Вот, так что будем иметь в виду, что у нас фермерская планета, и все. И, пожалуй, теперь мы можем вернуться спокойненько на корабль. Да, кстати, для эстетизма. Уберем блок этот. Сюда поставим факел. Вот, это тебе совсем хорошо стало все. И красиво. И где наш этот блок? Кстати, да, инвентаря на самом деле два. Тут один, в который что-то ценное падает, да, сразу. А другой, который так барахло попроще валится. Вот это вот, оно так вот и происходит. Так, и я даже знаю, куда использовать грибные блоки. Все, я вот понял теперь. Я сейчас только что осенило. Это же прекрасная черепица получается. Из них. Да? Разве нет? По-моему, да. Кажется, их же можно крафтить прямо на ходу, да? Нет, нельзя. Только на крафт-тейбле. Ну ничего, сейчас создадим некоторое количество их. И застелим ими крышу. Так, еще как раз три блока создадим, и будет как раз самое то, что нужно. Такой интересный звук они издают. Во. По-моему, теперь вообще все стало хорошо. Ну, все, отправляемся на корабль. На корабле я сразу размещу такое временно дополнительное. Не дополнительно, а даже на постоянной основе располагающиеся вещи, как кровать. Она у меня здесь как раз есть. Несмотря ни на что, очаг тоже здесь расположу. Вот такой вот, как бы, где бы, на земле как-то не особо красиво. Ладно, придумаем. Так, здесь я хочу расположить. Так, а куда делся? А, печка. Печка, наковальня, печка. А, конечно, для корабля это не совсем технологично, но что поделать. Так. И. О, кстати, серебряную рыбу можно поплавить немножечко. Еще один слиточек заработали. Здесь же нужно разместить, наверное, крафт-тейбл будет, да, полноценный. То есть, если вдруг что, я смогу вот просто взять и прямо здесь вот поспать. Можно? Да, могу. То есть такой вот кубрик для сна. Так. Нужно создать крафтинг тейбл. Для этого сейчас нужно создать доски. Ладно, технологично или не очень, а... Нет, как-то нужно придумать. Так, сначала крафтинг тейбл. Создаем сначала стол для крафта. Угу. Так. Его здесь размещаем. А рядом с ним размещаем стул. Чисто для красоты. Очень хочется. Так. Чейр. 10 планок всего-то надо. Как раз стул выходит. То есть можем так вот присесть, скрафтить что-то. Так, и в чем у нас будет костер? Вот в этих штуках. Два. Снизу четыре. Бокам шесть. Вот. Так.
Сейчас попробую здесь разместить очаг. Поместится, надеюсь. По-моему, как раз для него это место и есть. Да. Угу. К сожалению, правда, теперь не могу подняться нормально. Поэтому же делать некоторую перестановку. Так, нолик. Так. Сейчас еще немножечко потерпите, ребят. Моя любовь к эстетизму. Конечно, может мне иногда даже, я полагаю, и раздражать. О. По-моему, так хорошо. А можно ли эту штуку переместить? Не. А так? Не, не хватает все-таки мощности. Где бы разместить, но все-таки... Крафтинг тейбл. Ладно, стульчик. Стульчик-то мы оставим. Здесь будет, пускай у вас. Да нет, как-то убого смотрится. О, нет, тоже не нравится, как он выглядит. Хотя стоит ничего так. Дабы разместить все-таки. А, ну второй этаж надо сделать, елки-палки. Чё я заморачиваюсь? Создадим второй этаж из блоков. Ага. Из таких вот блоков создадим просто второй этаж. В котором мы разместим стул, крафтинг тейбл, печку и все остальное. Ага, оно должно до этого пройти, да? Печкой надо куда-то. Так, давайте-ка все перемещаем. Эпичность — это страшная штука. Она не эпичность, не эпичность, а эстетизм. Он везде, он мешает, но без него интересно. Так, где наши кирпичи? Вот наши кирпичи. Как начнешь заморачиваться вот такую детализацию всякую наводить, так все, куча времени уходит. Это результат потом красивый. Так, один мы с собой оставляем, правильно? Осталось разместить эту штуку. Наковальню. И последний элемент, наверное, которого не хватает, это... Так, где эта штука? Да, wooden cooking table, 15 планок. Окей. Переборщил? Ну и ладно. Вот. То есть здесь можно будет готовить всякое разное. Кстати, что у нас там? Мяса нету еще. Для гамбургеров не накопилось. Ну и ладно.
Так, сюда обычную кукурузу готовую. Ну что ж, в принципе, мне уже нравится все, как это выглядит. Уже 85 пчела. Не знаю, куда надевать в таком количестве бешеном. Кстати, а что нам уже было нужно для изготовления дистресса? Маяка, дистресс-бикона. Давайте-ка наберем. Так, а у нас что, все есть для него, да? Ужас какой. Страшно. Ладно, мы его не будем прям глобально создавать, да? Мы создадим его не так глобально. Мы его не будем никуда размещать, мы его просто создадим и все на этом. Где он опять? Куда он поделся? Что-то подозреваю, что эта штука нам так просто... Так, первый контакт. Прекрасно все сделано. Я надеюсь, что вы подготовитесь перед тем, как это устанавливать. Кто знает, что кто может получить ваш сигнал. Ну, отлично. И вот, получается, все квесты на данный момент закончены. Так, и дистресс-бикон мы разместим пока, что называется, в сундук. От греха подальше. Мало ли, что он нам действительно вызовет. Так подозреваю, что вызовет что-то нехорошее и ужасное. А это нам не нужно. Так, и еще одно. Еще один краситель. И да, все, наверное, с планеты я этой пока уберусь. Так, поставлю ее как дом. И вот к правой клавише я могу уходить. Да, кстати, вы не видели этого, да? Смотрите, какая огромная передо мной. Разбросана просто огромнейшая галактика, да, вот этот всего лишь только один сектор Альфа, он просто бешеный объем. Так, и кнопка F, после того как я установил Home, да, я могу, давайте обследуем. Так, Threat Level 2, это уровень планеты. Здесь что у нас? То есть уровень опасности. Ну, что-то мне не хочется слишком далеко и страшное место залазить. А вот сюда мы, наверное, полетим. Что проходит авторизацию. Раскручиваем двигатель FTL. Тут что-то, видимо, какие-то сложные расчеты происходят. И корабль начинает прыжок. Вау. Прыжок. Не обязательно, кстати, за этим всем следить, но это можно вот так вот просто посмотреть. В принципе, это красиво. Давайте посмотрим, какие еще дальше будут фазы в процессе перелета. Ну, на самом деле, вы не так уж и далеко лечу, а как-то это все. Так, прыжок завершен, говорит. Инициализируется система навигации. Смотрите, 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 вот она на заднем плане. Планета, газовый гигант, видимо, который, вокруг которой вращается данная планета. И под нами, получается, как раз находится планета, на которой можем приземлиться. Ну что ж. Пожалуй, мне нужно будет сразу заготовить некоторое количество строительных блоков, которые мы окружим вокруг себя ими. Разместим, что называется, домик. Сделаем первый. Создадим, наверное, еще пару дверей. А, вернее, одна дверь нам будет достаточно. У нас есть одна, сейчас вторую создадим.
Просто дело в том, что как только мы куда-то пойдем, да, на планету, то вот куда мы приземлимся, будем появляться всегда именно в этом месте. Вот четко, вот здесь и нигде иначе. И поэтому мы смело можем, зная это, да, смело разместить здесь сразу наше, окружить, что называется, это пространство. Именно, что называется, это пространство и будет наша жилплощадь первичная. Ну так, что называется, добро пожаловать на новую планету. Ну, давайте для проверки, вот, пожалуйста, я сейчас прыгну обратно. Создам заодно еще некоторое количество блоков грибных на все. У меня больше их и нету. Не особо просто не хотелось, просто собирал, что называется. Ну что, пожалуй, здесь можно будет для начала обосноваться. Вот, но то, как я здесь уже буду находиться, это мы увидим уже, конечно же, в следующей серии. Да, и как только собрался песчаник, мне сразу сказали, что у меня есть новый чертеж. Ну что ж, прекрасно. Меня это вполне устраивает. Так, еще немножечко нужно было добавить. Ну что ж, на этой планете у нас уже есть, где, называется, как минимум безопасно появляться. А с вами был Ренор. Пока-пока. Спасибо за просмотр и счастья вашему дому.